Приветствую вас, Юля, и момент здесь в том, что с одной стороны вы не знаете, как вам жить, то есть вы вот какой-то своей жизненной направленности не имеете, с другой стороны вы отрицаете то, что человек оказался не тем, кем бы вы видели, вот, вы отрицайте тот факт, что человек несколько другим по итогу оказался, вот, вы не хотите принять, что вы видели человека не полностью, и вот, собственно, как бы переживаете для себя, что это предательство. Вот, кроме того, если мужчина жил двойной жизнью, значит, ему его что-то не устраивало в отношениях с вами, что-то не нравилось в отношениях с вами, и здесь, получается, вы также не берете на себя личной ответственности за то, что происходило. За то, что происходило в ваших отношениях, конечно же. Вот. И идея заключается в том, что идея заключается в том, что для вас важно сейчас определить именно свою ответственность в ситуации, которая сложилась. Для вас важно определить, как вас это задело, да? То есть, как вас задело его, в кавычках, предательство. Это почему предательство в следующий момент, да, то есть вы же понимаете, что если вы, ну, если вы видите человека полностью, то вы видите не то, что хотите, а то, что есть, то, скорее всего, там предательства не будет. Вот, либо, ну, человек как-то поступил определенным образом, неприятно, да, безусловно, неприятно, но в таком случае вы просто принимаете это, идете дальше. Вот. А вы этого не делаете. Вот. А третье, это определение своих жизненных смыслов. То есть вот, ну, непосредственно, что мне важно. Непосредственно, что для меня важно. Непосредственно, чего я хочу. То есть, если вы, к примеру, ориентировались на мужчину, вот, допустим, все это время, там, ну, вы могли через чур быть через чур ориентированным на, ну, на мужчину. Вот. То это также может быть проблема. Вот. Также может быть сложность для. Вот. Сложность именно потому, именно из-за того, что вы вот не полагаетесь на себя, вот, что вы в основном полагаетесь именно на
мужчину, на своего мужа. А человек, как бы, ваших идей, да, полностью не разделяет, не разделяет. Это, вне всякого сомнения, неприятно, вот, вне всякого сомнения. Но лучше, конечно, этот момент вам принять. Опять же, помощь в принятии, да, может оказать психолог, ну, помочь принять. Вот, тут вот такой аспект я могу выделить. Вот, ну и обратить внимание на то, что вы не задаете свой вопрос, да, то есть, никакого вопроса вы не задаете. А вопрос, ну, очень важно, чтобы вы задавали свой вопрос. Очень важно, чтобы вы именно донесли до нас, да, чего вы хотите от, ну, психологов, допустим, в данный момент, ну, вот, в данной ситуации, чего вы хотите, вот, специалист. Это тоже очень важно для нас. Ну, не только для нас, я уверен, что и для вас это тоже важно. Вот. Ну вот, в принципе, наверное, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Вот. И теперь дело за вами, ну, в какой-то степени дело за вами, да, вот, вам нужно будет решить, чего вы хотите дальше, вам нужно будет решить, как вы видите, свою ситуацию в дальнейшем. Вот. И, значит, не работать. Вот. Спокойно, без каких-то скачков, да, без резких движений. Вот, ну, спокойно. Самое главное, спокойно. Вот. Да, то, что произошло безусловно неприятно. Вот. То, что случилось, безусловно, это ужасно, вот, но это мне на работу. Вот. Поэтому, если у вас есть, ну, такое желание, да, вот, то мы вам сразу поможем. Такая вот история. Такой ответ я могу вам дать. По крайней мере,
исходя из той информации, которую вы написали. Исходя из тех моментов, которые вы озвучили. Вот. Значит, это вот то, что я могу вам сказать. Подумайте, пожалуйста, чего вы хотите. Вот. Подумайте, что вам нужно, и будем, соответственно, работать. Вот. Если у вас имеется такое желание. Вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. На этом все. В принципе, я надеюсь, что мой ответ вам понравился. Если это так, то буду благодарен за его оценку. В качестве лучшего я вам желаю всего самого доброго и удачи.